Мне не нравится, во-первых, с МДК ходить. Я не знаю, что это за чел. Мне не устраивает Коннор Эллита. Во-вторых, мне может... Бля, ну, типа, понятно, что всех мало кто будет устраивать. Конкретно там, допустим, когда приходят люди в гильдию, там и так далее, они подстраиваются под одного человека, который реэльт. И мало кому нравится, когда кто-то там второй. Это в этом вся и проблема двух, скажем так, этих псевдорейдов, статиков, когда человек второй не реэльт. Вот я всегда ходил с тобой в первый, типа, а тут, например, звание ньюби, типа, в первом статике, типа, а я во второй должен идти, хуйня какая-то. А где звание ньюби? Ну, мизонка, вообще не знаю, кто это такой. Ты ГПЛ. Ну, чувак. Ну, так и чего? Он дотач был, пусть с ним. Да, ну эти звонки в гильдии, это старая тема, как бы, блин, они не всегда роляют, мне кажется, потому что... Ну ты представь, по сути, хотя бы с той стороны, что... Бля, я рисуем по тактике, ты не можешь себя следить за званием как-то. Да, я скажу, потом продолжишь, извини, пожалуйста. Извини. Если им потащить трэш пока, пожалуйста, и понапуливайтесь на него, я пойду себе порошок сделаю, нахуй. Мне, блядь, хуёво, нахуй, опять начинаю. Дега, ты чё не в Варшаве, нахуй? Кука с Тассандертом Тастака. Единственное, для чего он пригодится. Да. Мне вообще не надо, я так ребятам прошу. Бля, там какой-то даун с рейда ливнул, типа, да? И забагалась эта хуйня. Или чё? Хз. Эльзабери. Пизда. Еще, ребят, вот насчет этого, кого там не устраивает, кто реэлит и так далее. Типа, пока там у меня чайник кипит, но поговорим немножко на эту тему. Вам либо придется с этим смириться, либо просто в дальнейшем можно будет попробовать какого-нибудь другого человека в роли этого. По-другому никак не будет, типа... Два рейда мне нужно, во-первых, это для того, чтобы, блядь, быстрее одевались люди там и так далее, для более усиленного, скажем, актуального контента, который открывается. Сейчас они, конечно, перестарались, я не ожидал, на этой просылках им говорю. Вот. И, опять же, два рейда это всегда плюс. Например, в том же целка это осколки, быстрее шеймы там и так далее. Т5 контент, опять же, быстрее Т5 лутается и так далее и тому подобное. О, поэтому, ну, типа, с этим тут ничего не поделаешь. Два рейда я просто физически не смогу вывозить. Поэтому, ну, в любом случае будет второй человек, который будет какие-то рейды водить рейд. Много людей, которые, допустим... Какие-то перспективные, которых нужно будет свищить на том же ссылка, когда я буду сделать более-менее адекватно. Что они сейчас понерфили, но ребро можно типа убить по нормальной, может, тактике, сейчас может ДПС хватит. Это сейчас в районе где-то 270 тысяч общего должно быть, ну 280, 275, по-моему, я считал. Вот. Ну типа без вот этой вот хуйни, которую мы делали, просто РДД став. Но опять же, убить ребро, а потом на леди нахуй сидеть. Там она просто неубиваемая и бессмертная. Вот в данной ситуации, которая у нас сейчас есть. В релизе. А вы у леди вчера ХП посмотрели? Да. Я глянул, там 165 лямов. Просто пишешь, слышь, таргет, блядь, леди нахуй. Там, блядь, у него 165 миллионов было и 28 каманына. 165 капель.
Ну вот, считай, им-то ей там немножко понерфили. Сейчас может где-то, блядь, 145, ну и 28к. Ну, считай, 20 лямов. На 30. Ну, все равно, блядь, 160 лямов. Я не представляю просто, как это... Во-первых, это делить рейд надо, блядь. Ну, миликов на трэш оставлять только одного рогу, блядь, чтоб напуливал. Потому что там не таунтится, это еще напуливать на танков. Плюс ко всему, блядь, трех человек в МК кидает, ну это залупа полная. Там не хватит ДПС никак. Берса там вроде бы 12 минут. Я еще не знаю, сколько там ХП у трэша. Ну, по мне, этот босс сейчас неубиваемый. Я просто беру из своего опыта, просто, ну, практики, ну, на самой вот этом боссе, скажем так, за хуй знает сколько лет, там, когда я первый раз туда попал. Плюс я более чем уверен, блядь, люди будут еще лутать духов. Мне кажется, один дух это, блядь, вайперейда сразу будет. Сейвом переживется, нахуй, но опять же, какой-нибудь, блядь, маг, нахуй, тонкий, либо афлик, без связки, нахуй, откиснет, блядь. Даже сейв. Будет похожая ситуация, как в обычке на сурке до нерфа с этим меткой, блядь, когда у сурфанга была экзекутка, блядь. Когда я, блядь, орал, нахуй, что бумаг, блядь, этот нажимал, блядь, ХС, нахуй, в Долоран, блядь. Когда на него метка кидалась. Ну, можно Валеру до Берсерка повысить, чтобы он фласку не кидать? Повысь. Заслуживает, нахуй. Кто у меня фласку попросил? А самому надо, Кирилл, или что? Бля, у меня только чайник, ну ладно, похуй, давайте убьем. Да, Мизун, тебя пока. Пойдешь в воскресенье. Сейчас, подожди. Андель тебе тоже повыше. Блять, не скликнул истерию, дал паси. Бля, сбагалась. Рыба. Напоминаю насчет замены. Замену только получаете те, у которых есть второй персонаж, подходящий по шмоту, скажем так, для данного подземелья. Калют, ты пока иди в Элеми, нет, просто в пачку хилов закинул, это там на Синдру спекнешься, наверное. А Реслин со мной танчит. Рыбу кушайте. Фласки у всех есть. Сука, говно ебаное. Райва, в принципе, неплохой рейдик. Давай Рида кинем с первую пати. Возьмешь ГП тоже. Калют тоже неплохой. В первой ячейке банка возьмете калют и Рай. Вместо бланка кинешь Рида в первую пати? Там двое ридара, да. А второе у нас нет. Да. Я просто про пати забыл. Подождите секунду, сейчас еще за Налара закину, во второе нету. Война поменяю. Все. Вот тут у вас Зандалар. Вообще, что же дают то же самое, что Зандалар, ну, ну это если че. Кстати, да, Сергей, мне интересно, сколько подаешь. Зеленый Дрине и Зандалар одно и то же самое, да? Да. На пати, понял, да, но я не знал. Ну, это еще. Все, давай, серчи на полубаф и поехали. Сейчас ребро по-бырому убьем этот реслин. Потанчишь, дальше там трэш. Я, ну, там буквально минуту я себе налью в кружку воды. Горячую. Поехали. Bone Spike Cast.
Валера, что ты нахуй делаешь, блядь? Кого хуй ты тут кружишься и по лужам бегаешь, блядь? Встань, блядь, в одно место, нахуй, стой. И влево-вправо смещайся от лужи. Даже сейчас уже, блядь. Вот чё вы в ней стоите, блядь? Я не знаю. Потому что АФК. Может, вы выйдете, блядь, с лужи, нахуй? Алло, один человек умер, блядь, потом остальные, блядь, сдохли, нахуй. Что, совсем нахуй тупорылый или что, блядь? Заебись, нахуй. Долбоёбы конченые, нахуй. Ну хуйня, нахуй. Я вам, блядь, сейчас устрою, нахуй. Сука, это, Рид, объясни мне, вот эта хуйня, нахуй, я не могу перетащить эти, как они, нахуй? Не знаю, у меня все перетащилось. Как будто от двух разных ДБМов, понял, показывает, одну маленькую плоскую, одну большую. А там нужно было настройки выбирать еще было. Давайте вернемся ко вчерашнему РТ, нахуй. Как думаете, почему лужа пошла в рейд? Кто первый угадает, нахуй, там, блядь, 10 ИП, нахуй. Да не сдох. Шипы? Сзади. Ханшип, все правильно, блядь. Плюс 10 ИП. Что? Что вам нужно сделать, РТТ, нахуй? В этом случае, блядь, объясните мне, нахуй. Наверное, выйти с лужи. Не, надо шип. Босса бить, чтобы ДПС у всех выбыть в ротик. Один шаг минус ДПС, блядь, запомните. А как настройки того удалить, Рид? С ВТФ. Просто папку удалить или что? Не, ты что, ебанулся, все твои настройки аддонов, блядь. А там в ней заходишь будет... Заходишь ВТФ, аккаунт, персонаж, там ДБМ, вот прям вот все файлы с ДБМ удаляешь. А, ага. Ну все твои настройки ДБМ слетят. Это ж, блядь, еще надо, сука, ну, блядь, стоять нахуй до Таталова, чтобы сдохнуть, блядь. Лужа бьет, сука, сколько там, по 8 тысяч вроде бы, там, блядь. Там по 20 людям этот дамаг это, проходил. Это, блядь, 3-4 тика надо словить, нахуй, милику 5, блядь, чтобы сдохнуть от этой лужи, блядь. Да, я сейчас тоже не понимаю, как так, если там ДБМ орёт, сигналит, как ненормально, что ты в луже стоишь. Типа, ну это пиздец, честно. Эх. Кричать на ХП будем? Хант, Хант, Шип Хант, алло, прием, Шип Хант, уёбки, блядь, выйдите с лужи, сука. Залагало все. Bone Storm Cast.
С мозгами нахуй. Мне кажется, тоже на проблемы, а не с лыжами. Сейчас пикер закончится. Бля, кто назад отошел, отойдите быстрее. Да, я войд БР по нему. Лужа. Вы вообще адекватные нахуй или что? Ладно, я еще раз сниму нахуй. Танк на шифте. Все, вот танк. Какая-то залупа, блять. Ставки повышаются нахуй. Я сейчас по фул ЕП начну минусовать нахуй. Долбоебы нахуй конченые, блять. Ух, и еще нахуй добавляется вам мотив нахуй. Два последних места РДД, нахуй. Если у вас будет меньше, чем, блядь, 150к урона по шипам, нахуй, я вам минусую сразу, нахуй. Точнее, не два последних. Меньше 150к урона, нахуй. Минус, нахуй. Так в обычке бывает 0 у РДД, что в миле забиваются. Ну, блядь, вот на хантаке, да, 33 шипа, нахуй. Но. Вы, блядь, его не сбиваете от слова совсем, нахуй. Не знаю, вообще я... нихуя не сбиваете. Шип, шип, блядь, у шипа 100 тысяч хп нахуй. Ты скинуться каждому по косту, блядь. Вы, нахуй. Вы, блядь, стоите, его сбиваете. Вот он сейчас шип снимался, где-то секунд 8, блядь. Я стоял, смотрел на это. Ну, блядь, позорники, нахуй. Не, кунка так не работает. Я даже принципиально второго человека не хочу отводить нахуй, ну, туда, вдаль. Чтобы второй человек становился на подстраховку, нахуй. Что вы, ёбки, будете делать то же самое в хэме, нахуй? Стоять АФК, нахуй. И дохнуть в луже, блядь. И не бить, нахуй, шип сзади. Маги, дайте столик. Почему 250 фул? Целка, зай. Там не 250. Там 1350. А мало фул целка. Может, ты дневник забыл? Нормально. Я просто понизил. Нормальный, по 200 за хуйню. Нормально. Это ж не ГП нахуй. Пойдет в самый раз. А, ты за флаг имеешь, за флаг 200? Нет, из-за целка 1350 нормально. А еще отдаю, поехали. Крик на ХП будет? Да. Раги нет.
Bone Storm cast. Беги, малышка, беги! Не, что раньше такой хуйни не сделали, что-то они переделали еще нахуй, эти кривые долбоебы сделали что-то со своими нахуй этими. Он еще стоял на месте спокойно, да? Ну, как только он кинул лужу нахуй, он взял и отошел от меня назад. Сам, я не двигался. Я даже не двигался вообще. Я стоял на одном месте. Это же самое было. Но, да, он лужи начал кидать. Нет, сам он лужу почему он кинул? Еще раз объясняю. Я стоял на одном месте, его словил. Он остановился вот сейчас, как стоит на одном месте. И потом резко сам захотел от меня отойти назад. И кинул лужу в фрейм, соответственно. Я не двигался, я стоял на месте, еще раз повторю. Дядь, не лутайте лужу, пожалуйста. Раньше такого не было. То быстро босс двигается, то медленно, блядь, что это за хуйня? Такое чувство, что они ему переделали немножко, или что-то сделали специально. Самого босса. Жизнь меда наказала. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Ха, штурмонет упал, блин, тролль. Выбил. А, вывел таки. Ща, мне кажется, он вернется к нам потом в хэм. Ну, потом. Закунки не сильно гнили, да? Заапаться ж надо как-то, верно, ну. Блин, тролль хэмовский там лежит, ебать, в первом бою. Ладно. Изичный. Лобнуть. Да. Вообще нету, блять. Одну пати ему берется максимум. Охуенно. Шесть миль. Это с учетом танка или без? Без. Ну да, с миликов только один спек живой, это БДК. А фурики? Фурики там на убиты. Форуме воюют. Типа там... Фурики только дают там на сурке. Могут пукать. Чисто из-за клива, да. А так, да. Там Райз, ты я уверен знаешь, Райз Вара. Он там набычил на X-темпа. Сказал, что он типа не шарит нихуя за классы и спеки. Только, ну, в более адекватном. В адекватной форме. Рейс который?
Рейс, который это вроде, да. От него тяжело представить что-то в адекватной форме, если честно. Да, да, да. Поэтому я не верю пока твоим словам. Ну, anyways, суть осталась такой же, что он, типа, напрямую сказал, что он не разбирается в игре в кап. И там что, идет... Думаешь, он первый, кто так говорил, или это о чем-то говорит? Ну, объясни просто. И он из-за этого обиделся и понерфил варов, типа, или что? Да, я просто связь не понял. Ему как никто не говорит это. Рыба, кушайте. Я связь тоже не уловил. Это типа... Первое... Так, секунду. Первая и третья пачка. Справа. Вторая, четвертая. Слева. На этой неделе будут выходные, Кирилл, или типа мы будем прям всю неделю тратить? Будем, ну хуй знает, ну посмотрим, ну типа что-то будет, я думаю. Сегодня вот смотрите, ну считайте у вас, нет, и мы типа, 10 копеек им закон. Может, какой-то будет там среда, например? Ну вторник, среда, ну либо среда, скорее всего. Да. А так будем, да, тратить. Ну, типа, но мне кажется, нужен еще один нерв. Для леди точно нужен нерв. Типа, с ребром можно убить, а леди... Тут даже вот если брать обычку в учет, ну, смотрите, 20, ну, 30 лямов, ладно, круглю у леди, да? Сейчас, секунду. У леди 30 лямов хп. У ребра 60. Дарнована заберите, пожалуйста. Пошипай тому. Ну мы тут с Лином вдвоем почистим трэш, да, слева. Добейте физой, нахуй. Ну, блядь, ферни Дарнована, блядь, пошипай кто-нибудь. Ёбаный вы, сука, вы, блядь, не можете, вас назначать постоянно надо или что, блядь? Даже договорить не могу. Хуйню делайте, блядь. Дай серый бэр по Danger Master. Может увести таунт? Как только лужу пошла. Сейчас трэш выйдет после трэш. Шипни сейчас. По трэшу сыграли. Приверженцев культов убиваем в первую очередь, напоминаю. Блять, Мирай нахуй пунка взяло еще. Дарнован слева в пачке. О, блять. Умирай, блядь. Все понажимал нахуй. И зеленку, блядь. И все нахуй. Слить сложно было. Что вы нахуй делаете, блядь? Как вы дохнете, уебки нахуй? Сыграйте по трэшу ебаному. Почему он живой, блядь? Кастеры босса только без. Заебали вы нахуй. Тупорылое, сука, создание нахуй. Почему я должен голос повышать, блядь? Взяли нахуй, блядь, свое ебало тупое, развернули, свичнули трэш нахуй. И нажали, блядь, кнопку контрола, блядь, когда кидают человека в контрол, блядь. Почему он не в контроле до сих пор? Все, блядь, вижу циклон нахуй. В трэше свичнули, стопнули по боссу, блядь. Заебали нахуй. Эдик Берг под Энджермастеру, Войт Фьюри под Барбароссу, быстрее. Капаю еще я, отбираю его. Ретенг нахуй. Сейчас я вам еще и за АУЕ нахуй не настроил, подождите нахуй. Тринька, да майкер в уебинах. Дарнована не выбивал, плиз. Можно тарить без битшип, и я запомнил. Барбарос, возьми в таргет ебаного Дарнована, блять. Просто нахуй. И впиряй его. Когда выйдешь на танк. Спирит.
spirits. Что, под залпом стрел без пробафа нахуй взорвал духа, не прожил, да, Нержмастер? А в Гере нахуй сразу ваншот всего рейда, блять. Нахуй бегать, еще один, блять. Цирк какой-то, нахуй. Какая нахуй? Какое, блять? Ой, боже, все, в пизду. Ебал я в рот. Никогда нахуй больше твинков не возьму, нахуй. И вот эту вот всю, блять, хуйню, нахуй. Если не можете, нахуй, по-нормальному идти, нахуй. В пизду, блять. Сижу, нахуй, больной, блять. Мне хуёво, нахуй. Еще, сука, вот эта хуйня происходит, блять. Вместо того, чтобы пройти нормально ебучий этот данж, нахуй. Мне же нихуя не смешно, нахуй. Чем могу помочь? Петов убрали своих, чтоб трэш не сагрили с центра. Желающие в пушке. Сразу займите. Нормальные, только не тупые. Нет, Глю, будешь хилить. Сосад, Гринжкинг, Бесприст, еще один. Барбарос, окей. Все, 4 пушки. Остальные ранцы все взяли. На нашем корабле остается Райва, Мирая, Кунка. Вайтюри, Ритенг, остальные все туда летите. Ранцы заденьте все, не забудьте. Можешь подрубить. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, взлетаем. Под конец полечу и до конца. Расскажу, когда, короче, перелетаю. Вот эти чертания луж, которые кидаются от ракетчиков, полетели на оружейников, точнее. Они в Гере откидывают, если что. Улетаете за борт, пиздец. Эрзи, куда ты летишь, блядь? Вот тебе повезло, что сейчас клива не было, нахуй. Дурак, что ли, нахуй? Оружейники, огонь!
На попей. Рит, у тебя вкачанные когти? Ой, эти когти. На хосту. Милиха. Нет, нету. Не в этом билде. Да, ведь я в тот билд забыл сделать до конца. Полезный. А, все равно хуйня. Тогда АП не будет. Блан же сур, по-моему. АП не будет, спасибо, понял. Не, хм. Я думал просто на Холикон сурка спекнуться для шипа. Не, я в Каткафта просто по нему. Данжен мастер, так ты раскол постакаешь. Так будет АП Эн же дает, Кирилл. Что АП дает? Эн. А, блять, Эн ХП дает. Ну, АП это да. Какой ты раз? Мы только что сказали. Да надо бы спек сделать, чтобы чисто хосты тотем сделать. Просто вас не слушают, понимаете? Да дело не в том, что слушают. Что вы несете, думаете, пиздец, блядь. Ну ладно, похуй, даже отвечать ничего не буду. Мага добивайте, улетайте. Я ёбаная очередь. Просто заставляют энхов слезу пустить постоянно. То гардиер у нас не будет, то у нас АП не будет. Слушай, мана вообще в целом не будет. Геры не будет. Ну пошли вы нахуй, блять, ребята. Блять, у меня жопа нахуй сгорела уже от вас, нахуй, окончательно. Даже смеяться не хочется. Состояние говно. Здоровья тебе, Кирюша, здоровья. Это в этом виноват, Кирилл. Ты пиздец как виноват, что не открывай рот. Я сожалею. Нету, блядь, фонаря, блять, который уладил всю обстановку, короче, перегрязил. А я сам в депрессии, он бросил меня. Депрессия? Depression. Глюн, где он там? Зайди, пожалуйста. Сделал сегодня мед лимон. Торфра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону! Какой-то странный очень метод. Я... Мне потом еще хуже не станет. Да и не станет. Ну ладно. Там рыба стоит, если что, сзади. И кулаки заканчиваются. На некоторых. На Орочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Ну чё, посмотрим, чё там с армсами. Я пообещал им матери, когда пройду через тёмные порталы. Но мне кажется, армсы ещё дают более-менее нормально. Ну я сейчас типа кливать буду. Там должно быть много. Ну, у меня до сих пор жопа горит с того, что вот этот X-темп, блядь, начал нерфить классы, которые дают, ну, больше ДПС, чем, допустим, остальные условно, да? И при этом выпустить такое целка. Его ответ, блядь. Ой, блядь. Андрей Селин, ну нажми таунт, блядь. Вы что, ты триксанул, что ли, кринж кинга, блядь? Ясно, триксуется.
Я не наберу столько, играю в вонючем этом, ну типа, я, блядь, руник даже прожал, ну типа, 4 лпшки за старт, плюс 2 рунические, блядь, и все равно, блядь, агро сорвал. Забери, блядь. Типа, первый на пул не надо давать триксы, либо нам надо там срислить сразу. Вдвоем, по КД. И то, мне кажется, сорвется агро все равно. Либо предупреждайте заранее, если вы так делать будете. А не надо раскол вешать. Так вот, так не договорил. Короче, ну, типа, нерфить Т4, и как он ответил, типа, сказал, что, типа, как вы могли заметить, типа, что нерф касается тех классов, которые типа держат верхнюю строчку в этом, ну, в рекаунте, в DTLC, ну короче, суть вы поняли, и при этом выпускать такое SLK. Да надо обебуренемать ему отдать ник. Мне вот интересно, выйдет X6, получается. Забери, если. Выйдет X6, получается, тогда у ребра будет там уже не 186 лямов изначально, а 250 к тому времени. Ну или 300, что-то в этом роде, мне кажется. X5 еще существует, не забудь. А, ну да, но на X5, мне кажется, там 200 плюс уже будет у ребра. Потому что они идут как-то по накатанной, ну, типа, они не стоят на одном месте, типа, брать, допустим, X2, да, X2, там, короче, там тоже неубиваемый был ребро, ну, вообще целка, там тоже нерфили, пока убили, типа, ну, изначально его, когда релиз был, но я там не было такой хуйни с да, ХП, да, да. Там подожди, не было там такой хуйни. Подожди, у нас не было Т4 такого хорошего. Там были, ну, все равно, да. Все равно, Андрей, там, блядь, как бы, ну, это несравнимо. Типа, что как сейчас на X4... Ну, здесь жестче, чем там. Да, если сравнивать X4 и X2, ну, типа, сейчас на X4 это просто пиздец. Это мне? Я просто вылетел.